мастер-класс по рисунку на набережной у реки. В такую вдохновляющую атмосферу пригласили детей нашего города, желающих обучиться технике рисования акриловыми красками. Вика пришла с мамой и сестрой. Они счастливы новоселы элитного жилого комплекса «Риверхаус». И мы счастливы! Нам очень нравится, и мы рады, что мы приобрели квартиру в этом доме. В этом году благоустройство придомовой территории жилого комплекса обрело окончательные черты. Двор, парк без машин – это больше 2 гектаров для отдыха и досуга. Ландшафтный дизайн, детские и спортивные площадки. По словам художников в третьем поколении, место настраивает на творчество. Мы загорелись этим местом, потому что было очень интересно нарисовать такое большое здание еще и так близко к нему, то есть находясь прямо непосредственно в его окружении, в его как бы таких объятиях уютных. В этом доме, во-первых, есть очень яркие особенности, яркие фишки. И вот эта округлая форма, и арка. Вот этот проем вообще работает как замечательная рама. Там проходят какие-то свои сцены, меняются рассветы, закаты, проплывают различные облака. Этот проем как бы дополнительно фокусирует зрителя на вот этой красоте природы. Это очень здорово, когда архитектура интересно взаимодействует с пространством вокруг, с пространством природы в том числе. Рисовать архитектурные объекты непросто, но под чутким наставничеством опытных художников из студии с богатой историей каждый участник смог создать свою неповторимую картину. Студия наша с 92 года, и у нас очень-очень много, большое поколение детей, воспитанных в нашей студии, которые занимались у нас из 5-летнего возраста, и старше. У нас очень много архитекторов, дизайнеров, художников из нашей студии вышло. Просто очень большое количество, которыми мы гордимся, которые большую гордость нашего города Щелково составляют. По окончании мастер-класса определили 3 победителей, которым лучше других удалось отобразить красоту уникального для нашего города жилого комплекса. Рисунок участницы Арины признали победителем. Ей достался главный приз – билеты на смотровую площадку небоскреба «Москва-Сити». Как тебе подарок за первое место? Идеально. Мастер-класс по рисунку станет ярким воспоминанием в копилке теплых добрососедских событий в жилом комплексе. Продажа квартир продолжается. Успевайте приобрести свою в доме мечты у реки. Виктория Мельник, Владислав Реус, Щелковское телевидение.